А ты когда проснулась, родители уже ушли или нет? Да, ушли. Значит, они дверь закрывали. Ой, откуда сериал с такими? Нет. Так, господи, привет, я с Бишкека Ям. Если она скажет да, я ей куплю не только Альтезу, еще и заправлю полный бак. Ой, нет, спасибо. Я если Альтезу себе возьму, я думаю, что я уж себе полный бак заправить смогу. Угу. Сейчас я приду, дверь пойду открою с ключа и вернусь, наверное. Ой, мне 16 лет. Мне, да. Да, блядь. Она же уже выходит. Зачем заходить? Ты собраться без никого дома не можешь, или что, я не понимаю? Иди. Сама иди. В машинке ты играешь? В машинке нет. Я их коллекционирую уже. Все это фильм. Блин, я смотрела какой-то фильм один очень такой классный. Блин, я забыла, как он называется, прикинь. Не буду закрываться, просто дверь закрой. Иди. Сзади зря жук. А, это сестренки моей. Не мой. Блин, Лиза, я тебе отвечаю, я не помню, как он назывался. Бля. Блядь, давай я потом вспомню, я напишу, пожалуйста. Если не забуду. Побоксируем я не умею. Nissan жук, тема, которая... Это не Nissan, это Volkswagen. Бля, Nissan жук. Нет, в реале это такая херня максимально. Это все равно, что Е65. Или компакт 46-й. Давай, удачи тебе. Хорошо. Ты охренел, блядь, Лиза-то тебе куда? Привет. О, Раха. Какие люди в Голливуде. Привет. Жука покажи. Блядь, он далеко. Я не пойду за ним. Нет, я не из России. Нет. Просто розовый жук. Что вы, розовых жуков никогда не видели? Нет, не из Казахстана. Окей.
Я хочу кушать. Сейчас пойду покушать. Да, тут как бы... Бля, можешь не закрывать, просто не хочу, мне лень за ним идти. Я с Кыргызстана, с Бишкека.